Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня у нас закончился турнир. Так, как ты видишь, я нахожусь в Лиге Мастеров 3 звезды. Это самый топчик, и теперь мы с тобой забираем награды. Так, 9660 сюрикенов, это нормуль. Так, майки фильм. Нормуль, особенно для тех, у кого его не было. Так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Да, ребята, на последних силах я сегодня успел все-таки занять какую там 54-ю позицию, по-моему. Потом пошел по делам, пришел, и меня уже скинули до 25-й позиции. То есть еще немножко и могли бы вообще выкинуть из Лиги Мастеров 3 звезды. А так как у меня все персонажи были отыграны, я ничего бы не смог сделать. То есть побороться бы никак не смог. Так, ну ладно, хорошо, что хорошо кончается все. Так, задания у меня все выполнены. В магазине у меня все тоже выполнено. По-моему, я даже всю энергию собрал. Так, точно. Так, по предметам. Что у нас по предметам? Здесь ничего взять не могу. Так, погоди-ка, в магазине у нас сюрики. А, 70. Кстати, ребята, мне сегодня, вот я когда, помнишь, там у нас Диалопекс, шинигами можно было фармить. Выпало опять 2 ДНК на лисичку. То есть, давай теперь будем с тобой определяться, кого нам дальше прокачивать. Я лично я, наверное, для нас сделаю вывод в плане шинигами. Можно, конечно, классического Шреддера, тоже неплохо. Но тут осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 персонажей нам осталось тут прокачать именно за монеты. А вот за жетоны... Ты просто посмотри, сколько нам за жетоны прокачивать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 персонажей. Ты представляешь? Ну, конечно, тут не только за жетоны. Можно их не ДНК находить, но основная, как говорится, прибыль пойдет именно с жетонов. Самое обидное то, что по 3 ДНК только. Ну, здесь понятно, да? Мы с тобой вначале Рафаэля прокачиваем, потом уже будем определяться. А здесь, значит, все-таки сделаем акцент на шинигами. Да. Но стоит она не кисло. 100 монет. Не знаю почему. Ну, будем стараться. Так, что у нас тут? Осколки, арена. Кто у нас тут? Рафаэль, как ты видишь. Да, Рафаэль фильм будет разыгрываться. А по испытаниям у нас с тобой сцены насилия. Силы природы будет Усаги против техники. Кстати, многие спрашивают: Рэй, как ты вот получил Усаги? Ребят, ну вот, вот, видите, вот, испытание эксперт. Проходишь потихонечку этап за этапом и фармишь, фармишь, фармишь. Все, вот так вот. По-другому никак. Понимаешь, по-другому никак. Нет, ну, конечно, можно взломку взять, но это уже для детишек, я так скажу, которые могут взять, потому что им очень сложно будет здесь играть. Который, как бы, ну, не понимает в тактике ничего, в героях. Я сам до сих пор, сколько играю, еще не совсем до конца все понимаю, как получается некоторые казусные истории, как мою имбу могут рвать, причем довольно слабые персонажи. В общем, терпение и труд все перетрут, вот так я тебе скажу. Ну, а мы с тобой, как всегда, начинаем с буста. Турнирная арена нас ждет. Слава богу, как я говорил, сегодня без всяких тут заморочек, все у нас отлично. И первый, кто это будет, это Игорек. Это Игорек. 20 ранг у него против нас. А у нас сразу начинается с 30-го. Сразу же. То есть мы уже берем преимуществом. Ну, я же в этом не виноват, согласись. Я попробую без, как сказать, без имбы. Может быть, своими силенками справимся. Так, карачка первая ходит. Ну, понятно, ребята, у нее инициатива огромная, поэтому она и ходит первой. Так, ну-ка, минус Рокстеди. Давай попробуем постепенный урон через массовую атаку. Ну, Кирби упал, Кирби упал. И добиваем с тобой караечку. Все замечательно. А разогревщик, так сказать, у нас пошел. Ну что, давай переходить плавно на второй поединок. Сейчас посмотрим, как у нас тут идет. Отлично. Воин 2 звезды, правда, 77-я позиция. Хотелось бы 50-ю, 60-ю, ну да ладно. Вдруг нам дадут 11-12, а? Давай попробуем рискнуть. Пока я вижу 11-11, вот, вот оно.
Хауар какой-то. Ну, смотри, самое удивительное, что мы сейчас дрались с тобой, да? С 20 рангом. И у него было кубков меньше на единицу. Здесь ранги 18 и 21. Но кубков побольше. Вот как ты это объяснишь? Я, например, не пойму. Блин, у этого Пита еще шапка такая прикольная на голове. Он когда бежит, она трясется. Ой, не то сделал. Ладно, фиг с ним. Хотел массово такое сделать, но видишь, заговорился. Лео лечит. Ты прикинь? Странно. Я думал, он будет бомбить. Ну-ка, заклюй его до смерти. Не получилось, да, если так? Воу. Но это еще раз подтверждает, что, ребята, извините меня, 35-е ранги, это мои бойцы, да, не могут забомбить Леонардо 21-го ранга. То есть вот настолько он сильный, настолько он хорош. Так что мотайте на ус, а мы с тобой уже на воин 3 звезды. Ну что же, погнали дальше. Здесь, смотри, здесь уже дают 11-12. А может быть 11-13? Или как там, 12-13? Скорее всего не дадут. Воу, дадут, ребята, и это Леонид. Всегда я заметил, наши соотечественники всегда дают больше всех мне кубков. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто удача, а может быть, фартит. Ладно, не имеет значения. Короче, наши 40-е уровни выступают против 25-х. Понимаешь? Преимущество в 15 левлов. Но мы знаем, насколько... Так, подожди, давай-ка мы, наверное, так... Хотя Пита. Пита надо валить в первую очередь. Пит — это же хил. Бумс. Так, ну-ка. Саблезуб ушатал. Молодец, красавчик. Вот, теперь массовая атака. Слушай, ну массовая атака очень хороша у него, да? У Рафаэля. Давай с разбега. Вот урок, кстати, вот этот удар тоже очень, ребята, коварный. Да хорош ты. Так, понеслась. Бамс. Классно он его бортанул. Ну-ка. Ай-яй-яй, саблезуб. Давай вот так вот, люком. Да, я представляю такую картину. Поймать люк зубами. Это... это что-то с чем-то, ребят. Просто мозги на вылет. Ну что же, хорошо, что все хорошо кончается. И мы с тобой уже в элите. 90-я позиция. Элита, одна звезда. То есть буст уже, если честно, неплохо идет. Но я сомневаюсь, что мне дадут, конечно, 13-14. Скажут: Рэй, ты совсем оборзел. Куда ты так гонишь? И они дают. Они дают, ребята, мне 12-14, ты представляешь? Вот это да, вот это буст сегодня будет. Надеюсь на это, по крайней мере. Главное не сфейлиться. И тут, смотри, 28-й ранг. То есть мне абсолютно волноваться не за что. Понимаешь? Мои сороковнички будут здесь месить кашу из этих вот врагов. Так что... Это круто, когда дают большие кубки. То, что мы с тобой можем быстренько-быстренько бустоваться. И при этом безопасно для себя. Так, минус Тимати. Кто там? Ага, этот усиляет. Муха, наверное, успеет хильнуть, скорее всего, отряд. Нет, не успеет. Она не успела. Кто не успел, тот опоздал. Вот и все. Дальше мы Майка ушатаем. И остается Роксиди. Роксиди бросает валун и промахивается. Ты понимаешь? А если мы вот так вот? Тынц. Все, ребята. Ну, что может быть лучше, а? Ну, что может быть лучше сладкой вот такой победы? Тем более, когда написано «идеальная». Можно сказать, что мы над врагом просто издеваемся. Насмехаемся. Смеемся ему в лицо. Так, ну что? Так, мы с тобой не перешли, да, в элиту 2 звезды, к сожалению, пока. Давай попробуем... Так, 12-14. Это у нас Джастин. А на фотографии вроде как девочки нарисованы. Ну ладно, не имеет значения. Раз, два, три, четыре. Так, у нас, по-моему, еще сколько? Два боя, да? По четыре. Потом пятерочка будет. Потом будет пятерочка. Пять персонажей. Ну-ка, поехали. Хлоп, выжил. А если я гранату брошу? Выжили? А если я вот так вот плюшечку? Да что ж ты будешь делать?
Так, Эйприл, как бы ты здесь лишняя. А я не сомневался, что ты возьмешь провокацию. Вот нисколечко. Ну, пробьешь? Раф пробивает. Давай вот это вот сделаем с тобой. Йоху! Представляешь, да? Толстопуст такой, да? Сколько он там весит, я не знаю, центнер, наверное. Может быть, два центнера. Просто прыгает. И как во врестлинге локтем. Да, это ужасно. Это супер мощный удар, я тебе скажу. Так, ну что, 46-я позиция у нас с тобой. То есть сейчас мы будем уже в элите 3 звезды. Если еще, конечно, вытянем. Опачки, 13-15. Прям как я заказывал. И это у нас кто? Костя. Вот заметь, да? Все, кто дают нам большее количество кубков, именно русские, да? Ну что? Кстати, у нас с тобой потихонечку разрыв уменьшается. То есть сейчас в данный момент у нас 40 уровень, а у них уже 31-33. То есть 7 уровней. Раньше было 10, уже 7. И это, кстати, может быть опасно. Мы уже будем получать урон с тобой. Оу-оу-оу, смотри, что делает. Вот так вот. Ну что, бросим баллончик с тобой? Давай. Угу. Тихо, успокойся, пожалуйста. Этот сразу в невидимость, как трус. Понятно. Ну что, кофемашину зарядим, да, с тобой? Давай, Донни, налей-ка кофейку. У него рукоятка, главное, сломалась. Ты видел, у него в руке рукоятка осталась от кофемашины. И из-за этого вот взрыв произошел. Все, ребят. Интересно, а почему у Макмана суперудар вот такой вот ураганчик? Я не могу понять. Ну, ладно, там мусора кучу там сбросить или еще что-нибудь. Но именно ураганчик. Хм. Да, элита 3 звездочки. 63-я позиция. Так, 13-15. 13-16. Ваня, ты понял? Да, наши ребятки молодцы. Раз, два, три, четыре, пять. Я беру ребята Кренга. Ты посмотри, посмотри, как они нас догоняют. Или я слишком спешу? Не знаю. Минимальный практически у нас отрыв. Да, становится? Давай начнем с массовых атак всех. Так, Майки Космос. А, у них же Хан, точно, ребята, ну-ка. Посмотрим. И все живы, да? Вы серьезно? Эй, хорош, хорош, ребят, да ё-моё. И все на майке напали, а ты посмотри. А ну-ка, Крэнк. Вот так вот. Блин, у него так прикольно, да? Он этот, Крэнк, подает, главное, маленькую бомбочку такую, да? Она через... проходит через желудок этого робота. И на выхлопе такая боеголовка. Круто, конечно. Ну что, друзья мои, мы уже с вами в самураях. Ну да, пока одна звезда. Но уже... То есть буст работает. 13-16. Но вряд ли я здесь найду 14-17. Мне так кажется, что я чересчур круто бегу вперед. Ну что, берем с тобой. Во, Алину возьмем, да? Алина. Прям как мою племянницу звать, Алина. Так, ну что, мы с тобой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Раз, два, три, четыре. Подожди, подожди, Эйприл, нам надо взять Крипа. Почему Крипа, ребят? Мне нужен здесь провокатор. У меня команда без провокаторов, и вот он мне нужен здесь. Давай начнем с массовых. Слушай, неплохо вжарил. Так, пробить нам нужно с тобой Кирби. Потому что он, скорее всего, выживет и хильнется. Отлично. Так, что там у нас? Мондагека. Почему-то не стал он применять ни ускорение... Никакой-либо баф. Что немножко для меня странно. Кого ушатаем мы сейчас? Да, минус Мондагека. И, в принципе... Ё-моё, почему без постепенного урона? Эй. Нет, ну, конечно, если бы я знал, что вот такой будет исход, я бы не брал провокатора. Ну, видишь, перестраховка все равно не помешает никогда. Вспомни предыдущие серии. Риски, когда я говорю, я рискую, и причем я целенаправленно понимаю, что мы сейчас тут отдуплимся, и я все равно туда лезу. Ну, так хочется порисковать, а здесь, ребята, здесь хочется именно бустануть. Причем никого не потеряв, и
вообще за весь буст никого не потерять. И вот хочется сорвать, так сказать, куш именно покупкам. Потому что сразу же, если ты доходишь до Сёгуна, да, то когда происходит откат именно на следующий день, ты получаешь награды. Это доллары. И что там еще, по-моему, таген, да, падает тебе. Так, тихо. А, там не только мутаген, там же еще падают эти монетки. Да-да-да. Ну что, давай массовую, наверное, зарядим. Левую, ну. Так, вот здесь вот он понизил уклонение. Но я все-таки хочу завалить хана. Отлично. Так, здесь мы можем сделать свою волну. Блин, мне что-то не нравится Баксер. Что-то он там смотрит так недобрым взглядом. Давай-ка я, наверное, провокацию возьму. Ага. А если мы сделаем массовый поджог? Ёлки-палки, Рок, сиди, ты хорош. А этот иммунку вешает. Уже поздно, правда, да? Но на этом иммунка уже, ребята. Да, она ему не спасет. Ну что, мы с тобой отлично здесь бомбим. Переходим дальше. Сейчас я как раз посмотрю, куда мы приземлимся-то. Ага, самурай 2 звезды, это явно дело. Ага, местечко 64. Идем отлично. Вот, 14 нет. Хотя, ладно, пускай 2 майки, блин, конечно. И уровень-то уже, смотри, 46. Слушай, я здесь рисковать не буду. Я возьму тигра и... Тигра и нейтрализатора. Потому что, ребята, майки вот этот... Ну, 100% уклонение у него уже есть. Мне бы желательно, конечно, его сейчас... Ой-ой-ой, двоечку сразу. Так, а этот решил все-таки хильнуться. Как хиллер, этот майки тоже очень хорош. Тихо вам. Так, мы можем с тобой хиляться, но я думаю, что не стоит. Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем? Дебаф. Оу. Минус броня, да, скажем так. Защита. Хорош, успокойся, пожалуйста. И холодильничком. Как меня в прошлой серии, ты помнишь, холодильником огрели. В плане ты выжил. Какого лешего, как он мог выжить? Ну как, скажи мне. Я вот не понимаю этого, ребят. Взял и выжил. Две этих, причем у него дебаф висел. А он выжил. Ай, бибоп, бибоп, а? А раньше у меня Донателло был, да? Мозгокопателем, который все время выживал в экстренных ситуациях. А теперь смотри-ка. И бибоп туда же лезет. Так, дадут мне что-нибудь пос... Во. Нет, подожди, 14-17 это фигня. Нам нужно 14-19. Такого, наверное, не будет. Ну ладно, давай возьмем 14-17. Это у нас Энтони. Подожди, Рафаэль, еще до тебя дойдет дело. 44-й ранг. Раз, два, три, четыре. И Ваньку. Ага, Ваньку. Ты смотри, у него здесь команда баферов. Майки может снимать дебафы, да? Мондагека может пробафать команду. На ускорение, на что там еще? На... Я уже не помню там. На ускорение в основном, да, он бафает. Ну-ка. В плане зэк. Вот это ты даешь, а? Вот это он дал, бомбочку, называется, бросил. Ну-ка. Да, я думал, что... будет как-то подольше. Зэк просто бросил свою бомбочку и все, и сразу троечку наказал. Сразу же. С одной хлопушки. Вот оно как вышло все. Ну ладно. Ну что, мы с тобой в самурае 3 звезды, то есть уже чувствуешь? Сёгун рядом. Да, Сёгун рядом. Так, давай попробуем все-таки найти 15-19. Вот, было, было, ребят, я видел. Блин. Да ёб просоты, опять не успел. Сейчас попробую, сейчас, секунду. Вот, вижу. Эги Альп какой-то. Эги Альп, ладно. Но здесь уже 50 уровней, то есть... Я возьму вот так вот свою команду, да? Но... Вместе с ними пойдет Шреддер. Супер-пупер Шреддер. Сейчас он своей волной этой... Мне нравится, когда он выпускает чипы по земле.
Смотрятся они красиво, такие гигантские. Вот, смотри, и посмотрим заодно, сразу ли он всех уничтожит. Уничтожит, да, всех ребят. Я же поперхнулся. Всех забомбили, отлично. Так. Ну что, там у нас еще Усаги не отыгранный. Блин, а я думал, мы уже все куда будем. Нет, ни шиша не получилось. Ладно, я не переживаю по этому поводу. Давайте мне... Вот, 15-19. Кто? Ялон-то? Ну, может быть. Почему бы и нет? Раз, два, три, четыре. Так, 49-й. Блин, ну тут вообще, ребята, разрывчик. По мизеру. Просто по мизеру. Давай посмотрим, как в деле у нас будет Джастин. Насколько я помню, он по инициативе не очень, да, силен. Но запах изо рта, я сомневаюсь, что им понравится. Джастиновский. О, да, да, заодно вот это проверим, ребят, как работает. Совсем забыл, что у Белочки новый скилл. Это первого уровня. А когда будет последней прокачки? Нет, Джастин все-таки немножко слабоват. Все-таки слабоват чутка. Не хватает ему мощей пробить. Так, ну здесь заблокировали способность, поэтому... Да давай вот так вот сделаем. Шарики с водой. Майки, как всегда. Где он их носит-то только с собой, эти шарики? Так о чем спрашиваем? С таким успехом можно спросить, а где Донни таскает с собой кофемашину? Такую гигантскую. Не в кармане же, ё-моё. Ну вот мы и в Сёгуне. Вот мы с тобой и в Сёгуне. Так, 15-19. Дайте мне, пожалуйста, может быть, 16-20. Не, не хотят, смотри. Хотя я вижу 15-20, ребята. Найс. Так, Б. Какой-то Б. Так, подожди-ка, паук, пока сюда не лезь. Возьмем, наверное, мы с тобой Дармагона, я думаю. Подожди, зачем Армагона-то? Змейковьюна, наверное, хватит здесь. Хотя нет, я не буду рисковать, ребята. Я возьму Армагона, потому что здесь Муха и Бакстер Стокман в одной стопке. То есть два хила. Это мало, очень минимум дамага. На одном хиле мы с тобой далеко не уедем. Поэтому здесь нужен будет Армагон. И, конечно же, он сразу же всех их отправляет баньки. Ну, судьба такая у них, понимаешь? Вот. Зато мы отыграли вот эту команду. Именно где Бакстер, ой, Бакстер, да, где Бакстер и Кирби. Ну что же, посмотрим. Интересно, сегодня мы до мастера сможем добраться? Хотя вряд ли. 15-20. Так, опять Энтони. Опять Энтони, смотри-ка, выпадает мне. Раз, два, три, четыре, пять. Но здесь командочка серьезная. 57-й уровень, Лео. Тут Крис Брэдфорд. Тут, извини меня, и Усаги. Так, крик души сделаем от Карайки для начала. Замедлили, что есть гуд. Теперь паутинку. Блин. Ну, давай атаку понизим. Ух. Я обожаю, когда вот так происходит все. Да дудки тебе. Хотя ударил он сильно, несмотря на то, что у него замедление и пониженная атака. Ты видишь, да? Так что лучше, ребята, не рисковать лишний раз. Так, надеюсь, ушатаем. Да. Паукус, ну, считай, один тут из сильнейших. После, по-моему, Змейковьюна. И вот он так всклопотал. Я еще тебе тогда говорил, что у Леонардо вот этот вот размашистый удар мечом, если его прокачать, тем более, он будет любого персонажа валить с прыжка. Угу. Так, ну что, мы с тобой уже в Лиге Сёгунов. Две звезды, у нас ранг 74. То есть... Накаляется обстановочка, потому что противник начинает тоже становиться сильнее и сильнее. Че, не дадите мне 15-20? Вот, 16-21, отлично. А опять же этот Би. Это круто, ребята, что есть такой Би. Так, раз. Раз, два, три, четыре. Ну, в принципе, норма. Должны справиться. Тем более тут Усаги. Сейчас как... Постепенку на них повесит, на всех. И все, ребята, они начнут. Хант отлично сразу упадет, наверное, я больше чем уверен. Ну-ка. Тут всех, ребята. Наш этот Усаги всех просто положил. Но он красавчик. Красавчик, тут даже и не говорю ни о чем.
И вот многие спрашивают: Рэй, где ты его получил? Как ты его получил? Ребят, вот на этой неделе у вас будет испытание на Усаги. Проходите его потихонечку, полигонечку. Будете получать по одной карточке, по две карточки, по три. И со временем вы его прокачаете. И потом не пожалеете. И мало того, что его нужно, как тебе сказать, получить. Получить-то его — это одно дело. Его нужно еще потом прокачать. Да-да, именно прокачать, друзья мои. Что тоже очень сложно. Это нужны осколки, это нужны какие-то элементы, нужные. Вон, я до сих пор бегаю и эти гербы выбиваю. До сих пор не могу набить нужное количество. А все почему? Потому что я не могу пройти эти испытания полностью. Все три, как говорится, в ряд. Если бы я их проходил бы, уже бы давным-давно бы были бы шансы велики. А ты вспомни те моменты, когда я зарабатывал не платиновые осколки, а золотые. А мне нужно было персонажей переводить в платиновые. И как я злился на это. Зато теперь просто, знаешь, вот получаем осколки. И то я считаю, что это мало, ребят. И я считаю, что несправедливо, что я не могу нигде получить эти осколки, только лишь по истечению боевой недели. Но как бы это несправедливо. Я понимаю, это стимул есть, но сделайте какой-то ивент или что-то такое, где можно было помимо каждой недели получать, чтобы немножко ускорить прокачку все-таки персонажей. Это для тех, кто играет честно, а не взломкую там или еще что-нибудь. Потому что на самом деле очень долго ждать приходится. Так, я так понимаю, мне не хотят дать, да, 16-22. Я вот тяну-тяну и ни в какую. Не хотят, ребят, давать. Ладно, берем с тобой кого? Вон, возьму я Рому, наверное, да? Да, Ромку возьмем. И у нас с тобой последние бойцы. Последние бойцы. Я возьму, наверное, сюда Усаги. И возьму сюда... Сейчас. И возьму сюда Донателло. Донателло здесь, ну, ты понимаешь сам, да? Просто прицепом идет. Ради опыта. Поехали. Ну-ка, Усаги, покажи тому Донателло ролевому, что такое мастерство. Красава. Так, убиваем с тобой Майки. А этот сам погибнет, нет? Нет, придется добить. Через, ребята, постепенный урон он не хотел погибать. Ну что же, как ты понимаешь, мы с тобой прошли арену сегодня. Какие у нас там результаты? Ну, как ты видишь, Сёгун 3 звезды. 53-я позиция. Ребята, можно было бы, конечно, там, откаты, хотел сказать, купить. Откатов мы не возьмем с тобой. Два отката тоже здесь не решат ничего. Но я тебе предлагаю, знаешь, что сделать? Осколки я за кадром набью. Пойдем тогда сходим на испытание. Какой у нас там сцена насилия? Кто здесь у нас разыгрывается? Так. Это все у нас есть. А здесь? Вот. Вот. Черепашки видения. Они-то мне как раз и нужны. Поехали. Да тут еще и топчик. Прикинь. Давай-ка я вот так вот сделаю. Тут топовая команда собралась. То есть ты сам понимаешь, что это испытание мы сейчас пройдем от начала и до конца. От курочки до курочки. И получим всех черепашек видения, все ДНК. Тем более я уже молчу про первое, второе и третье испытания, потому что они будут проходиться на изи. Это 10 уровень, потом 20, 30, 40, 50, наверное, так. Или как они хотят сделать? По 15, наверное, накидывать сверху. Не, по-моему, по десятке. Да, по десятке. Ну, в общем, ты сам понимаешь, да? Здесь мы их всех в раскрамсули. Не побоюсь твоего слова, надрали мы им задницы. Двигаемся дальше. Второе у нас с тобой сейчас будет испытание. Так, саблезуб. Второе испытание. И тут, скорее всего, 20 уровень будет. Сейчас глянем. Да, ребят, 20 уровень. Третий это будет 30-й. А всего здесь, по-моему, 7, да? Ну, этих эпизодов. 7 эпизодов. То есть, получается, на последнем эпизоде будут 70 уровня бойцы. Для нас это вообще ни о чем. Ну, даже возьмем 8 эпизодов.
80 уровень. Это все равно для нас ни о чем. Мы пройдем. Блин, там грибы, правда, эти будут, по-моему, если не ошибаюсь. Но у нас с тобой есть Шреддер. Не забывай, что это в данный момент, как тебе сказать, второй, можно даже сказать, третий хиллер. Потому что первый у нас идет Лео, второй идет Майки. Но они, как тебе сказать, у них хил разовый. То есть они один раз отхиляли и все. А у Шреддера, что мне нравится, у него хил работает следующим образом. Он применяет сердцебиение, да, вешает на всех. Главное, чтобы на них не было антииммунки. Или наоборот, иммунки. Вот, на них вешает вот это вот постепенное отхиливание. И они, каждый свой следующий, последующий ход будут прибавлять хп. То есть, есть постепенный урон, да, а есть постепенный отхил. Вот Шреддер именно этим постепенным отхилом и владеет, обладает. А Леонардо вместе с этим, с Майки, они делают один раз хиляет. Но зато, ну как тебе сказать, ну зато сразу же, да. То есть не надо ждать хода. Вот есть этот ход у него. Он повесил хил, все, сколько смог, столько отхилил. А у Шреддера, по-моему, еще висит 2 или 3 хода, если не ошибаюсь, вот это вот постепенное отхиливание. Это можно как тебе сказать. Ну, подходит очень хорошо на боссах. То есть, когда у тебя нету, ты знаешь, что у Леонардо, да, и у Майки, по-моему, по 5 или 4 хода идет отхил. Откат на отхил, я имею в виду. То есть, как бы ты становишься безоружным. Ты не сможешь хильнуться. А у Шреддера в чем преимущество? Вот он повесил вот это сердцебиение, да? И оно постепенно тебя подхиливает. По чуть-чуть, но отхиливает. Так что я считаю, что это даже очень хорошо. Так, ну что, у нас с тобой тут уже 4 волны, да? Слушай, а тут, по-моему, уже должен быть босс, если не ошибаюсь. Это Химера? По-моему, так. Блин, мне нравится, что и Армагон, да, и Шреддер имеют вот эту вот броню. То есть это, грубо говоря, дополнительная защита, не наносящая урона. То есть если по мне, например, по Шреддеру будут наносить урон, да, или по тому же Армагону, они его не получат, у них просто слетит броня. Что дает им возможность на следующий ход повесить с определенным процентом шанс еще броню. Это, конечно, круто. Ну вот, ребята, мы и добрались до Черепашек Видения. 8 эпизодов все-таки здесь. Вот, первым у нас будет Рафаэль. Пошли. Сейчас, наверное, опять тут грибы эти будут, мне кажется. Нет, тут будут крысы. Ну, крысы 50 уровня, они для нас вообще ни о чем. Можно было бы, конечно, взять в отряд Майки, как изначально я брал. Но я подумал, у Майки нету атаки. У Шреддера, у Супер Шреддера, у него есть массовая атака. И есть тот же самый отхил. То есть он как бы неплохо заменяет. Но у Майки это, наверное, единственный чувачок, у которого есть офигенный уворот. Причем массовый. Он вешает. У Шреддера нету, а вот у Майки есть. И на боссах этот уворот очень-очень заходит. Очень спасает. Все хочу посмотреть вот по максимальным прокачкам скиллы. Сколько они дают там промаха, сколько они дают, ну, к атаке. Какой процент наложения там чего-либо. Конечно, это все у взломщиков уже давно все есть. Они все это знают, кто-то мне даже писал характеристики. В плане. Подожди, а почему кончился сыр? Мне не хватило даже на... Стоп, ребята, а в чем проблема? Его было, что ли, мало у меня? Наверное, так. Хорошо, у нас зато с тобой есть дофигища пиццы. Так что я буду ее тратить, знаешь, куда? На сплинтера. Что мне тут нужно? Опа, один пульт. Замечательно, пульт есть. Прокачиваем. Третья ступень. Так, что у нас тут? Две кошечки, да? Так, одна есть.
Откат получил. Так, ты сейчас будешь издеваться, да? Ты мне кошку не будешь давать, я уже понял. Началось, короче. Да ну, серьезно что ли? Да подожди, я не хотел так делать. Студенческий билет выпадает и все. Все, ребята, и пицца кончилась. Вот жулики, а, не дали мне набить четвертую кошку. Ну что, вот как-то так, ребята, за кадром пойду, конечно, сейчас набивать осколки. Правда, уже не знаю, зачем нам с тобой золотые осколки. Вроде бы они и не нужны. Сейчас я гляну по персонажам. У нас, по-моему, уже все в золотой лиге. А, нет, нет, вру. Вру, друзья мои. Так, а чтобы его... Подожди, золотые осколки нам нужны для того, чтобы перевести в золотой ранг, так ведь? Ладно, короче, в любом случае пойду набивать. Ну, а с вами будем прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.